Связист ТВ. Узнай новости первым. Домашняя встреча с хоккейной командой «Уренью» кставчан началась голом в ворота гостей. Подопечные Льва Латина сразу же завладели инициативой. С 12-й минуты счет был уже 2-0. Примечательно, что шайбу наши хоккеисты забросили, будучи в меньшинстве. Несмотря на отчаянные попытки уренцев отыграться, размочить счет к концу первого периода не удалось. Он завершился голом в раздевалку на 18-й минуте. 3-0 в пользу ХК «Кстово». Во втором периоде гости стали активнее. Игра едва началась, а «Урень» уже поразила ворота соперника 3-1. Острых атак стало больше. Неплохо атаковали и кставчане. Однако увеличить разрыв в счете им удалось лишь к концу второго периода. А буквально на последних секундах, благодаря удачной контратаке, кставчане забросили еще 5-1. В третьем периоде кставчане на второй минуте поразили ворота соперника 6-1. «Урень» ответил голом на 8-й минуте. Но последнее слово все-таки осталось за подопечными Льва Латина. Итог матча 7-2. В турнирной таблице чемпионата области команда «Кстово» вышла на первое место, обойдя «Уран». Команда уже со второго круга идет без поражений. Хороший настрой у команды, хорошая игра. Вот. Ну, как я говорил вам уже не единожды, основное это будет там система плей-офф. Поэтому задача сейчас во втором круге наиграть состав, чтобы молодые ребята получили уверенность. Вот. Ну и будем готовиться, и команда готовится к плей-оффу. Кставчанам осталось играть еще в двух турах. В ближайшие выходные это будет непростой матч со «Спартаком» на выезде. Ну а завершится групповой этап игрой с командой из Дальнего Константинова. Уже через две недели подопечным Льва Латина предстоит первый матч в серии плей-офф. Евгений Мельников, «Связист ТВ».